настоящий момент в Советском Союзе происходит сексуальная революция. Это знакомо Западу. Мы живем как бы по какой-то, возможно, по какой-то схеме, уже кем-то когда-то пройденной. Но здесь существуют отклонения. Мне нравится, что мы какие-то такие засекреченные все. Что мы не говорим каждому, что мы связаны с эротикой. То, что мы делаем, не можем объяснить, что мы делаем, потому что это необъяснимо, что мы делаем. Вот есть музыка, есть обязательный номер, есть отведенное время для этого номера. Но мы не знаем точно, что мы делаем, потому что как-то это все нахлынывает эмоции, нахлынывает подсознательное что-то, вдохновляет на что-то. Мы это делаем, и получается, что это что-то такое выше Земли.